Чтобы лучше понять творчество Архипа Ивановича Куинджи, необходимо ближе знать художника. Добросердечный Архип Иванович очень любил пернатых, даже по свидетельствам очевидцев, зачастую подбирал больных птиц и лично выхаживал их. Искреннее сочувствие и симпатия по отношению к бедным заставляли художника размышлять о судьбах тех, кому приходится тяжело. Мастер очень любил своих учеников, постоянно заботился о них. Понимая, что юные художники ограничены в денежных средствах, Куинджи за собственные средства повез их в Крым, где они изучали горную природу края и море. Они много работали, писали этюды, а мастер со всей любовью учил их творчеству. Архип Иванович передавал своим ученикам любовь к природе, к искусству, к людям. Это были бесценные уроки мастерства. Художник делал все для того, чтобы каждый его ученик вырос талантливого художника. Ученики сравнивали мастера с художником-учителем эпохи Возрождения. Они видели в своем учителе надежного друга и сами стремились стать его друзьями. Именно в Крыму была написана картина «Облако». В атмосфере гармонии, покоя и любви Куинджи создает несколько прекрасных солнечных, полных света и воздуха работ. Одной из них стала картина «Облако». Тихий, спокойный солнечный день. Берег Черного моря. Вода отливает яркой лазурью, да такой, аж хочется зажмуриться. Картина излучает полную гармонию. Каждый мазок передает спокойствие и прекрасное настроение. Сказать, что художник испытывал неспокойные чувства, нельзя. Он был рад жизни и окружающим его людям. Главным элементом картины является великолепное облако, которое занимает практически все небо. Кисти аккуратно изобразили небо во всей его красе, и оно настолько выглядит натурально, что сам невольно оказываешься внутри этого замечательного шедевра. Каждый зритель видит в этом облаке что-то свое. Тройка лошадей, сказочный замок, корабль с парусами, кроны деревьев, колышущиеся на ветру. Фантазии просто нет предела. Радостно и чисто выглядит густая глазурь, посреди которой огромный клубок облак. Наполнение картины тихой и спокойной глубиной представляет душевное состояние художника. Картина ясно и четко показывает великолепие счастья и радости, которые наполняли внутренний мир Архипа Ивановича. Любовь к высоте и чистоте высказываются сказочными мыслями. В сочетании с морем облака вроде бы пытаются ускользнуть с коварной синевы, но не могут. Контраст цветов синего и белого оттенков придает картине облака некоторый блеск тишины и свободы. Мастер плавно подчеркивает, какое спокойствие наступит в гармонии с самим собой. Но это не одиночество, а шаг к высшим и невиданным силам.